Всем привет, меня зовут Дмитрий Вебстер, мы продолжаем с вами проходить Days Gone. В общем-то, что мы сделали? В прошлой серии мы были в шахте, нашли что-то там, мы нашли интересное, наверное, какое-то золото или что-то еще. А, какую-то коробчонку мы принесли этому нашему чувачку, там исследует всякие штуки, что-то там он исследует, он куча всего там исследует, в общем. Его дело исследовать. No shit, right? Let me tell you, его дело исследовать. Все, спасибо. Мы с тобой закончили. Что-то мы хотели еще. По поводу байка. По поводу байка, что там? Давай заправим. Caleb Tomlinson. Deacon St. John. Yeah, I just wrote in. Oh, cool, man. Hey, listen, if you need something for your ride, you come see me. Between us, Lucas, the Canuck over at Diamond Lake, Corporal. Так, давай-ка, знаешь, что сделаем? Что-то я еще хотел купить. Торговля. Подожди, а почему не могу купить лекарство? Так, я, кажется, знаю почему, потому что мне их нужно создавать. Все, создал лекарство. Ой, ты куда побежал? Наверное, прятаться от дождя. Дождик идет, может помочь прическу. Если она у тебя есть, а если у тебя лысая голова, то, ну, это уже как бы не страшно, наверное. Так, вроде бы все. Ага, что-то у меня понизилась валюта очень сильно, на 3000 стало. Ну ладно. Все-таки мне удалось деньги убрать, очень крупное, что меня, в принципе, радует уже. И давайте же мы посмотрим, какое следующая миссия, следующее задание. Так, Diamond Lake, лагерь Diamond Lake является заставой дошедшего ополчения. Им командует капитан Дерек Корус. Стоимость быстрого перехода. Нет, давай мы будем лучше по сюжетке идти, потому что, в принципе, я хочу уже пройти это и идти дальше что-то. Идти дальше по сюжету, узнавать что-то интересное. Так, что-то по радио сказать надо или что? Не понимаю. Так, минуточку, я должен что-то с тобой обсудить. Мне так кажется. Полковник. Подожди, я не могу подойти к тебе почему-то. Недоступных работ. А как это так бывает, недоступных работ? Нужна какая-то будет работа. А работы нет. Что происходит? Давайте смотреть, что происходит. Посмотреть сюжетные линии. Давай посмотрим. Так, активно, выбор зоны. Охотник на зараженную раньше ревью. Зачистить все гнезда внизу. Зона заражения. А, вот это что ли? Прикольно. Прикольно. Поедем защищать гнезда. Так, ну патронами мы закупились. Тут 20 патронов, в принципе, у нас есть. Все у нас хорошо. Hey, Sergeant. А
объясню, о чем идет речь. Речь идет о том, что мы должны сейчас с вами проехать туда, за ту точку, зачистить ее. И только тогда мы сможем с вами проходить сюжетную линию задания, чтобы мы могли пройти дальше. Потому что те гнезда, которые там находятся сейчас на данный момент, мы не можем туда пройти. Поскольку они нам просто мешают. Ну, я не знаю, конечно, может быть, какая-то глупость. Но по мне так это полная глупость, наверное. Ну, вот. Но если сюжетная линия там, на этой точке, где я должен туда ехать, то значит, ну, я должен как бы зачистить. Но по факту мы все равно должны как бы взять сюжетную линию и идти по сюжетной линии туда. В принципе, мы не должны как бы переживать то, что нам нужно зачистить. Приехали, зачистили, да и все. Какие проблемы? Проблем никаких, правильно? Правильно. Вау, как тут высоковато, аккуратно. Но судя там щенилок полно, но все же. Все же надо быть аккуратнее. Вот мы, собственно, и приехали. Давайте искать гнезда. Подожди, подожди. А, вот что оно происходит. Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас. А как мне это сделать? Минуточку. Так, у меня вот есть... Создать нету. А, ну они же у меня есть. Так, подожди, сейчас, сейчас. Все, поджог, гнездо уничтожено. Так, мы сейчас сдохнем. Отлично, вовремя. Это хорошо, и есть где-то еще одно гнездо. Сейчас давай поищем с тобой. Нам главное не стоять на месте. Нет, не зачищено. Гнездо уничтожено. Классно, но у нас не осталось запасов. Да, вообще нету запасов, ну ничего страшного. Можно попробовать с помощью автомата и все это поснимать. Так, ну сюжетки я снова не вижу, в принципе. Вот что-то еще, зараженное место какое-то. Давайте туда отправимся, посмотрим, что там. Так, где оно? Не вижу. 900 метров. Блин, ну тут зачищать слишком много. Я не знаю, тут можно уже целую вечность потратить. Черт. Ага. Так, вижу. Отлично. Так, давай-ка в этих птиц стрелять. Тихо, куда забрался? Отлично. Хорошо. Ну, гнездо не уничтожили, но... Уничтожили зато птиц. Тоже, в принципе, неплохо. Я не знал, что я буду еще по птицам стрелять на самом деле, но пришлось, ничего. Так, давайте-ка гранатку возьмем. Нет, я хочу взять гранатку. Так,
Так, создать могу еще 3. Поджигаем. Отлично. Отлично. А нам нечем лечиться. Таблеток нет вообще ничего. Давайте попробуем снова. Возьмем бутылочку. Наверное, это было последнее, не знаю. Вау, опять эта женщина здесь. Запасы сяк. Ага, вижу. Черт побери, у меня ничего нет. Может, надо просто ее как-то ушатать? Один остался. Отлично. Так, она побежала куда-то туда, давай попробуем ее догнать. Если это получится у нас. Где-то здесь она. А, вон она, я ее вижу. Так, вон она, тварь эта. Черт, вон она убегает от меня. Тварь. Отлично. Черт, я пустой. Вообще пустой? Подожди, а мы ее еще не убили. А еще вот она перед нами стоит. Пойдем. Тихо. Как весело, все заново, чудесно. Так, короче, я уничтожил все эти гнезда, но что-то мадама это не появилось. Еще один трофей. Где ты видишь трофей? Где не вижу трофея? Клюв кокона. Так, давай, наверное, смотреть, что, куда мы дальше. А, вот еще. Давай отправляться вот сюда. 106 метров. Угу. А, тут еще вот это дерево. Прекрасно. Попал. Так, еще кинем. Вроде бы мы все сожгли, там кто-то еще куда-то что-то пошел. Я вижу на карте. Еще что-то осталось. Давай еще вкинем. Да, что еще осталось? Давай еще.
Маленькое гнездо, что ли? Или что? Не пойму. Так, что-то мы не так делаем. Наверное, какая-то сюжетная линия есть. А, мы не можем сюда вернуться. Да ладно, неужели нужно вернуться сюда куда-то? Так, а, гнезда крикунов в Южном Орегоне. Да ладно, все нужно уничтожить. Выбор зоны. Ну и какая зона? Подожди, я запутался. Так, посмотри сюжетную линию еще раз. Дополнительная. Отмена выбора зоны. Карта. Так, все вот эти зоны нужно уничтожить. Прекрасно. Ладно, давайте уничтожать все. Да, в принципе, я не хотел этим заниматься, но придется. Так, подождите, наверное, эту птицу надо уничтожить. Дай-ка, как она застряла. Все, хорошо. Черт побери, откуда они взялись? Значит, она все-таки зареспавнилась где-то внизу. Пойдем посмотрим. Так, нет, тут гнезда. To a nest. Whew, I can smell it. Yeah.
Так, по-моему, я понял, куда нам дальше идти. Засадный лагерь Аспен Бьют. Найти засадный лагерь. Блин, а почему ты меня сразу сюда не показал? Я вот не пойму. Почему должен догадываться, куда мне нужно идти? Да, как вы видите, я это включил опять эту программу, потому что... Ну, я что-то ходил, ничего не мог понять, что происходит, что мне делать дальше. Мне пришлось дальше уничтожать все гнезда, но в итоге ничего не получалось. Потому что, ну, понимаете, сколько я должен раз просто съездить в лагерь за боеприпасами. А вот это как бы наше сюжетное задание, которое мы должны тут что-то делать. А, насколько вы помните, нам сказал этот главный чувачок о том, что мы должны были за кем-то что ли проследить, то ли что-то еще. Что-то сделать. Собственно, вот, наверное, оно вот это место и есть. Не знаю. Посмотрим. Минус один. Так, нам надо бы как бы его убить, потому что он нам мешает. В принципе, он нам тут не нужен. Ага, сдох. Сдох-то хорошо. Не знаю, наверное, нас заметит. Ага. Посмотрим, попробуем обойти. Что-то они как-то... Не с особой охотой, конечно, это делают, но они это делают. Все, есть. Что у меня там? Ничего. Еще один. Снайпер. Прыгай. Прыгай. Еще кто-то наверху остался. Давай не бежать, потихонечку подойдем. Вот отсюда. Ага, вон как ходит. Ой, здравствуйте. Вот это все эти отдыхаете. Отлично. Надо быть аккуратно, их тут двое. Снайпер на крыше. Главное, чтобы он не услышал, что я к нему иду, подкрадываюсь. Ой, женщина тут. Тихо. Аккуратно. Да что ж такое-то ты будешь делать? Так, давай заберем потрошки и пойдем дальше. Дубина. Фугас. И еще что-то мы там взяли. Может повернуться в любой момент. Отлично. Так, еще кто-то. Оп. Отлично, это был последний. А там какая-то еще труба. Давай-ка возьмем себе ее. Не труба, а какая-то дубинка. Пригодится. А, еще один остался. Ууу, так у него рубильник. Отлично, давай возьмем лучше топор, потому что топор, он эффективнее, чем палка. Аптечка,
Я кого-то слышу, но кто-то, наверное, еще тут есть. Давайте посмотрим. Наверное, должна, по идее, как миссия запуститься. Что-то должно быть дальше, но что-то пока что я ничего не вижу. Вижу только зомбаков. Костра стоит. А, наверное, кто-то здесь наверху еще. Давайте посмотрим. Потому что там уже все зачищено, в принципе, там никого. Осталась только вышка. Немножко не понял, почему он меня сразу не заметил. А, вот тут еще какой-то есть подземелье. Ага. Оказывается, нужно быть просто повнимательнее. Отлично. Отлично. Так, еще есть подземная какая-то лестница. Давайте смотреть повнимательнее. Может, еще кого-нибудь увидим. Все, вижу, еще нужно наверх подняться, там еще что-то есть. Это, наверное, шахта заколхоженная, да? Так, а тут что? Просто такая штучка. Ну ладно. Штучка так штучка. Да, тут еще что-то, какая-то пещера. Еще не все. Так, давай поаккуратнее, потому что вдруг кто-нибудь на нас нападет. Куда не возьмись. Так, еще тут маячок какой-то есть. Наверное, какой-то сканер, который может взорвать это все, да? И что делать? Ну, попробуем пройти. Тут что-то ничего. Особо ничего не произошло. Странно. Так, давай посмотрим. А, вот что-то еще. Free time to play checkers in your heated bunkers? Well, not champagne problems. Ой, ой, аккуратно, аккуратно, аккуратно. У меня есть топорик. А, в какую-то игру хотят что-то поиграть, кто-то что-то... Засадный лагерь Аспин бьет. Что у нас дальше?
А дальше мы должны вот этот лагерь зачищать, да, я так понял? Или что? Куда можно дальше идти, не скажешь? Ой-ой! Да что ж такое-то? Сзади. Аккуратно. Нужно быть предельно аккуратно. Ну вот я наоборот отдаляюсь от этого лагеря. А, подожди. Стоп. А, это что такое тогда? Не понял, что это за место. 122 метра. И мы пришли не сюда, к сожалению. Нам нужно выходить. Да, сюрприз, ты вернулся, но... А что вопрос дальше? Не скажешь? Что делать дальше? Нужно идти дальше, зачищать лагеря? Или что? Подожди, ничего-то я не увидел. Так, это топливо. Ладно, давайте, знаете, что я тут на карте увидел? Еще один костерок. Наверное, скорее всего, тут этот костерок, но который тут есть. Теперь нужно ехать сюда. Пойдем к мотоциклу. Думаю, что у нас запас топлива пока что много. Достаточно, наверное, нам хватит туда доехать. Так, аккуратно, кто-то тут спит. Не будем мешать. Нам главное дойти до мотоцикла. Плохо, что нельзя взять машину, на самом деле, очень плохо. Воу, подожди, перестань лагать. Подожди, а что это такое, что тут понаставили? Я в первый раз такое вижу. Установленные какие-то конусы. Что это за конусы? Это останки. Это останки людей. Останки людей. Так, не пора сматываться. Так, ну ладно, сейчас мы тогда... Что сделаем? Так, где там, пожалуйста, живи. Слишком много, я не знаю, может быть далеко, да? Ну да, 200 метров, далековато. Жесть. Ну, ничего страшного, добежим.
Добежим. Возьмем свой мотоцикл, как-то попытаемся мы это сделать. Садись, пожалуйста. Садись. Так, ладно, надо ремонтировать. Ну пусть тогда убивают. Начнем заново. Так, я немножко извиняюсь. Я, похоже, их сам отбил. В принципе, ничего, нормально. Это, наверное, потому что у меня программа включена. Так, что? А что у нас? Подожди. Он почему-то говорит, что мой мотоцикл ремонту не принадлежит. Это очень странно. Это очень странно. Все, сели и поехали. Замечательно. Хорошо. Черт, никто не должен отсюда уйти. До тебя сложно. Кто уйдет? Подожди. Тут, наверное, уровень стелс. Аккуратно. Хорошо. Так, винтовку брать не будем. Она, в принципе, пока что не нужна. Ага, вижу. Вижу еще людей. Кушаем. Стерилизатора нет места. Ну ничего страшного, без стерилизатора обойдемся. У нас, в принципе, его дофига. Его очень много. У нашего персонажа, ну. Странная, конечно, у них реакция, но ничего страшного. Тут еще какой-то лагерь. Неплохо. Подожди, топорик. Топор давай обновим, потому что у нас топор уже сдох. Так, приветик. Отлично. Так, короче... Да, у меня программа не отключена, и поэтому так все происходит. Еще нужно снять снайпера. Отлично. Хорошо. Так, еще один остался. Не знаю, один, не один, но, наверное, еще много их тут. Хорошо. Но случайно ничего не надо у них искать, там что-то выяснять. Вдруг что-то нам понадобится. А, это шахта. Шахта. Так, тут что-то написано. Я не пойму, куда дальше. Ладно, давайте посмотрим по карте. По карте нам нужно куда-то сюда вниз. Куда-то сюда вниз. Идти. А, вижу твой фонарик. Я вижу твой фонарик. Отлично. Значит, идем дальше.
Просто если у нас программа запущена, тогда ладно, в принципе, мы сейчас их перебьем и, наверное, на этом все. Тут куда-то что-то падает, куда-то что-то льется. Непонятно. Непонятно мне это, непонятно. Ага, все вижу. Еще одна паскуда. А тут что-то еще горит наверху. Костерок. Костерок. Ну, костерок. Не пойму, то ли где-то пещера, то ли где-то еще что-то должно лежать. Может быть, в самом поезде. Привет. Ничего тут нет, кроме дубины. Отлично. Может быть, куда-то нужно в поезд, в сам поезд зайти, скорее всего. Не пойму. Ну что, ты не можешь перепрыгнуть, что ли? Так. Так, вот чувак подвешенный. Значит, получается, мы где-то идем сюда. Да, скорее всего, сюда куда-то. Куда-то вот сюда. How do you like that, huh? Being ambushed, you like that? You murdering sons of bitches. Ну, наконец-то я увидел подсказку. Так. Ну и чё? А чё дальше-то? Вон оно чё. Всё, я понял. Там что-то внизу есть. Аккуратненько обойду. Сядь. Ой, какой ужас. Сколько выступ. Фу. Какой кошмар. Какая гадость. Ну и что мы сюда пришли? Странно. Так, ну чё мы, где? Я всё-таки не могу найти, где же мы всё-таки посеяли. Посеяли, кого мы посеяли? Посеяли то, что нам так нужно было. То, что мы должны были найти. Опять не туда иду. Я должен был уже заодно закончить, но, к сожалению, я продолжаю. Может быть, тряпки на что-то мне намекнут, потому что я не вижу, куда мне идти. Поезд, что ли, или что? Так и придется мне заходить в интернет, смотреть, что оттуда от меня требуется. Интересно. Интересно. Да. Ладно, давайте я попробую поискать по выключенной. Выключу записи, поищу сам, может быть, я сам что-нибудь обнаружу, потому что я пока что
сложно мне понять, что, где, что происходит. Так, что-то мы тут нашли. А, в бункер. Охренеть, я столько времени потратил, чтобы найти бункер. 40 минут? Дикон, ты издеваешься? Ты только сейчас мне об этом рассказываешь? Боже, какой кошмар. Я миллион раз уже прошел уже вокруг. Неужели нельзя было сразу мне показать, что тут еще находится? Какой ужас. Какой ужас. Так. А, подожди, подожди. Что? Так, это что? Это что, карта, что ли? Метка? Ага, хорошо. Да ладно, задание выполнено. Засадный лагерь на GD Cascade Lake. Ура! 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 Годник засады, задача. Мародеры устроили засадный лагерь возле крупных дорог. Надо с ним было разобраться, иначе будут время натыкиваться на саперов, щелки и прочие неприятности. Вот так вот. Охотник из засады. Сюжет, сюжет. Что там дальше по сюжету? Сюжет. Дальше у нас засадный лагерь на ЖД Каскалейт. Так, да, нам, к сожалению, придется дальше зачищать. Я так чувствую, гнезда на крикунов в южном регионе. На еще одни птицы придется зачищать. Короче, будет тут веселье. Ну ладно, ребят, давайте, наверное, тут на этом заканчивать. Скорее всего, мы в следующей серии поедем сюда. А, нет, мы поедем вот сюда. А, мы что-то не нашли еще здесь. Видите, мы тут все нашли. Мы тут все нашли. А вот тут мы ничего не нашли. То есть, по факту, нам в следующей серии нужно опять возвращаться обратно и искать то, что нам нужно. Так что пока что мы можем поспать. Ладно, давайте спать. Передохнуть чуток. Да, отдыхай, а мы заканчиваем на этом серию. Подписывайся на Генри Кортшлаут, подписывайся в Инстаграм, ставим лайки в Инстаграме, там много чего интересного. И добавляемся в друзья в Фейсбук, в группу Фейсбук. Все, всем пока.